Итак, дамы и господа, Fnatic против Evil Genius, напомню, это виннер-финал D2L Western Challenge. Кто побеждает, переходит в гранд-финал. Гранд-финал у нас будет во вторник. Начнем там уже смотреть. Так, ну что, Fnatic. Выбрали первый пик, забанили Бетрайдера, забанили Энигму. Ниже забанили Виспа, забанили Бестмастера. Ну и Fnatic забирают дома. Не стали пикать ни Тинкера, ни Мипа. Не стали торопиться, взяли дома, будто отыгрывать более-менее традиционно. Но посмотрим, возможно, вторым пиком что-то из этого зайдет. Задумались теперь уже ежи, чтобы это значило. Evil Geniuses. Полторы минуты у них имеется. Тикает уже резервное время. Надо что-то соображать, надо что-то выбирать. А далее они first pick Fnatic. Попросили даже, чтобы Fnatic дали право выбора либо стороны. Либо первый пик, Fnatic выбрали себе первый пик, и Evil Genius выбрали себе Raiden. Как ни странно, обычно в таких случаях выбирают Дайра из-за преимущества с Рошан, но, видимо, Evil Genius планирует отфармливать Артизи. Планирует использовать преимущество в плане джанглинга. Брюмастер, Faceless Void. Как я понимаю, это Offlane, Faceless Void. Уже показывали нам такой Evil Genius. Ну и Брюмастер. И в мидгейме должен будет создавать пространство Мипа. Фнатик не стали особо выдумывать. Раз дают им эту героя, почему бы нет? Понятно, что Мипа может быть немного некомфортно, если будет летать в нее с хроносферой Faceless Void. Выцеплять одного Мипа, пытаться продамаживать. Пытаться его убивать. Но сейчас узнаем, как вокруг этого Мипа построит свой драфт. Фнатик. Вчера они показывали нам, что... Дело не столько в Мипе, не столько в Тинкере, сколько в том, как они вокруг него драфтят. Как они отыгрывают, как создают они пространство ему. Вчера они и без Мипа неплохо там побеждали большинство лейнов. Потом уже и Excalibur включился в игру. Так, ну что. Fnatic начинает они банить, видит, что осталось двое саппортов и остался еще какой-то герой для Артизи. Если, конечно, не он будет играть на Брюмастере, чем черный шустит. Ну, посмотрим. В любом случае, саппортов банить надо. Надо придумать, какие саппорты неприятно будут Мип в первую очередь. Кто будет его выхватывать. Кто будет его продамаживать. Посмотрим, вспомнит ли про кого-то вроде Леона. Ну нет, Vengeful Spirit в первую очередь. Чтобы не было минус арморов в хроносфере, чтобы не влетал в террор. Ну и опять же, все эти свапы, станы. Неприятно. Балин Сайлинсер и Evil Geniuses. Не хотят они, чтобы их затыкали, когда они влетают, что впрыгивает Брюмастер, впрыгивает Faceless Void. Выясняет, что дают глобалы. Не поражать уже, ни Primal Split, ни Хроносферу не поставить. Ну а Fnatic думает дальше по саппортам, судя по всему. У них есть дома, они более-менее комфортно себя будут ощущать. То есть, как минимум одного героя они будут выключать. Из тимфайта. Банят тинкера сами. Решили, что тинкер может появиться. Ну и действительно, почему бы нет. В принципе, в драфт он заходит. То есть, будет Брюмастер, будет Faceless Void. Ред клик вроде бы хватает. Тимфайт потенциала хватает. Ну а тинкера бы точно обрабатывал бы. Мипа просто... Убивал бы за прокаст, если бы расформился. Ну и последний бан, Аршейкер. Респект бан в сторону Хани. Хани нам показывал последние два дня, как надо отыгрывать на Аршейкере. И появляется Мирана. Как я понимаю, Мирана достанется Мейсон, таким образом Брюмастер будет Артизи. Если, конечно, он Faceless Void'ом на мид не отправится. Такое тоже возможно. Ну и теперь уже Fnatic. Fnatic можно спокойно набирать саппортов. Они видят все три лейна, понимают, что саппортов доберут. Либо Миран нагрянет с боевым три лейном. Скорее всего, так и произойдет Брюмастер. Тогда можно отдать сейф лейн на фарм, чтобы вынести свой быстрый дагер. Либо же Брюмастер отдадут оффлейн, будут отфармливаться Мирану, а саппортов перемещать. Понятно, что можно сделать оффлейн Faceless Void, мы это уже видели. Можно фармить Faceless Void сейф лейн. Вариантов очень много, и Evil Genius нам показывает, что они отыгрывать могут по-разному. Появляется Карат Маг, который будет затыкать Брюмастера, не давать ему использовать свой ультимейт. И сразу же
от Old Dior. Ну что, это либо саппорт Мирана, либо саппорт Брюмастер? Скорее всего, Мирана, учитывая, что комбинация Астрал в стрелу достаточно очевидная. Брюмастер все-таки сильно полагается на свой ультимейт, на свой 6 уровень. Ну и теперь уже по лейнам как-то ситуация вырисовывается. Атл Дюар фармит мид, стоит против мипа. Ну а саппорт бегает вокруг него кругами. Мирана плюс еще один. Так, ну что, Фнатик, скаверат маг есть? Хотелось бы дизейблов побольше сейчас набрать. Эршейкер им забанили, надо кого-то придумать вместо него. 40 секунд имеется. Флай нам уже показывал на скаверт маге, как он отыгрывает. Замечательно. Но все-таки нужен какой-то контроль, чтобы можно было под станк какой-нибудь залепить. Мистик Флэйр. Понятно, что есть сетки у мипа, но мипа надо добраться, чтобы сетки эти набросать. В самом гуще событий ему придется врываться. Напыляется Кентаур. Кентаур для Трикси. Как раз тот самый дизейбл, которого не хватало. Будет он с блинком влетать, если что. Ну и стоит понимать, что Фнатик нам показывали уже вчера. Скавер от мага плюс Кентаур. Лейн приходит на оффлейн, эти два товарища, и начинает просто убивать. Как только получается свой второй уровень, то есть только появляется второй, третий уровень, сразу же идет конкретный шот Ancient Seal. Аркейн болты, и Кентаур убегает, просто дает даблэш свой. Там же урон столько, что никто не выживает. Банишь от Удим, Нейджи. Не хотят, чтобы тот сейвил своих, и в то же время инициировал на кого-то. Дисрапшн. Дал бы время подходить к Кентауру, можно было бы даже боевой трейлайн с Кентауром придумать. Приходить просто убивать их. Особенно учитывая, что было бы еще и Soul Assumption. Soul Catcher, господи, с этим визажом с прошлого матча. Настик банит Рейн Протектора. Так, ну что, какого саппорта здесь придумать? Трейн Протектор PPD своего любимого не получит? Нужен какого-то товарища, который со станом зайдет. Да хоть того же самого Рубик, на самом деле, бери. Здесь достаточно, чтобы кто-то хватал. Либо Рубик, либо Бэйн можно взять в придачу к Миране. И так вдвоем и перемещаться. Ancient Apparition, тем не менее. Пытаться будут снайпать, судя по всему, мипа. То есть... Далее Arcane Orb. Астрал Призмент влетает сразу же Айсбласт. Стрела. Мипа там никуда не денется. Ну и не только мипа. То есть... По тимфайтам все достаточно неплохо. То есть это и Айсбласт в Хроносфере, и Прайма Сплит будет, и Санти Эклипсом накроют, если что, на Атол Диаур. Миран с невидимости позволит удачно инициировать, и таким образом Ил Джинисус вроде бы достаточно неплохо себе подобрались, но посмотрим, что покажут здесь еще нам Фнатик. Reserve time. 20 секунд у них. Нужен какой-то герой, который будет помогать Кентауру добираться до жертвы. Понятно, что будет конкретный шот от Скаврат Мага, замедление. Вот и появляется Лич. Ну что, можно прям втроем их и поставить. Поедают Лич крипов, делят они опыт. Как только появится второй и третий уровень, можно будет уже на сейфлейне всех гонять. Разбирает героев. Ну и сейчас посмотрим, кто куда. Так, ну что, поехали, смотрим. Страна Радиант, Evil Genius. Артизи отправится на Atoll Dior на мид. PPD Ancient Apparition, Юниорс, Faceless Void. Зайб, саппорт Мирана, действительно. Ну и Мейстон будет фармить на Брэймастере, будет выфармливать свой Блинк Дагер. Так, ну что, Фнатик, Хани. Оффлейн Дум, то есть все-таки Дума отправляет на оффлейн. На Тейл, Биг Дэдди.
Аскаверт Маги, я так понял, он прям-таки решил поменять свой ник, поменять свой имидж. Теперь он прям-таки совсем навсегда Биг Дейзи, даже в Твиттере поменял себе ник. Трикси на Кентавре, то есть Трикси отдают сейфлейн тоже, чтобы был быстрый блинк. Гонка у них будет с Бремастером. На того, кто будет быстрее блинк покупать. Экскалибур на мид отправит на мипа, ну и... Лай лечом будет помогать. Всему дому. Неприятно будет мейсну, то есть крипов постоянно будет подъедать лич. Фарма будет не хватать. Плюс лейм постоянно будет откатываться обратно. В сторону дайров. У него есть саппорт, в принципе, посмотрим. Возможно, втроем они даже там подцепят Трикси. О, Трикси. Привык я, что Трикси стоит. Хани. Ну, весьма интересно, как Faceless Void здесь отстоит. Прям-таки новый тренд такой Faceless Void'ов. На оффлейнах уже смотрели мы. Сначала показывали нам Ill Genius сета, потом переняли у них. Decay тоже пытались. ISIS ставили на Faceless Void на оффлейн с переменным успехом. По-моему, один матч они выиграли тогда. Дай бог памяти у Arrow. Потом проиграли кому-то там, вроде бы небе, с которыми они играли чуть ли не 10 тысяч игр. За последние дни. The battle begins. Так, ну что, надежных станов нет. Это проблема у Ill Genius, то есть нужен сетап, либо Astral Imprisonment, либо хроносфера какая-то, я даже не знаю. То есть в ранних этапах игры эти два товарища, конечно, они могут попробовать заромить, но нужно стрелой стараться попадать будет, зая. На этом расчет. Качественно уже Chilling Touch, посмотрим, возможно, на миде сейчас будет что-то делать. Собственно, сразу же нажали смог. И пошли на поиски переключений. Отменяет здесь Пуф Алисон. Артизи. Похоже, тоже у нее смена ника такая. Так. Крутится на тейл. Биг Дэдди. Влетает Юнир. Замедляет, сразу же прожали. Челлинг тач, ну и стрела влетает. Тозла забирает, если свой. Трикси моментально выгоняет ППЗ. Загоняет обратно под таур. Ну, теперь, как минимум, на одном из лейнов дела идут замечательно. Если Артизи уже набрал интеллект у Экскарбера, сделал поглупее, стоит фармить с бонусным уроном. 75 урона с руки. Хани отправляется в лес. Нашел, наконец-то, себе кентавра, ходил, искал. Ну и, пожалуй, единственное, сложно назвать проблемным этот лейн. Но, тем не менее, не до фарма здесь будет у Мейсона, это тоже нужно будет потом поправить. В любом случае, спокойно там пока что стоит, крипов бьет. Но эти ребята не планируют пока что ходить с топа. Охраняет Faceless Void, дает им пространство. Void спокойно отфармливается. Ботинок уже купил себе. С ботинком он, возможно, начинал. Хотя нет, начинал с 7 танго, с 8. С 9 даже, судя по всему. Так. Дом пришел и просто убивает Брюмастера. Как-то я такого поворота не ожидал. Но тем не менее со станом. Кентавр с варстомпом. Попался Мейстен. Лич уже третьего уровня. Был второй... Нет, второй Скрифайз. То есть первый Форест Бласт был. Тем не менее. На тыл не пускает обратно в лес. Ходит ППД. Контролирует его. Сходил, посмотрел. Руна нет. Пошел смотреть на Артизи. И появляется невидимость. Забирает один из мип. Точнее, убивает просто лопатой. Другой мип отправляется на базу. Получает ботинок. Артист держится аккуратно. Так, нашел скаврел, спрятал. Ну, вроде не особо его стесняется. Стоит, постреливает. Мейсон понял, что к крипам подходить уже не особо охота. Лич каждый раз будет давать фростбласты. Сейчас уже появится четвертый уровень. Будет второй фростбласт, будет еще неприятнее. Механик здесь ману отпивает, если что, стан даст. Так, стрелу залепили. Стрела в экскальбера. Добить было. Пуф получил. Артист достаточно больно, но живет пока что. Маны совсем не остался на тейл, он даже Аркейнболт вдогонку пустить не смог. Добить сковер от мага. Делится танго. Зай. Ну и сейчас становится 2-1. Два из трех лейнов. Пока что очень комфортно для Ill Genius. Так, здесь проблема Трикси. Напрыгил на нее, напрыгивает. Юниверс замедляет. Пытался заблокировать, не успевает, поэтому приходится тратить Ice Vortex. Return в качестве Трикси, но тем не менее погибает. У Юниверс счет уже 2-0. Радуется, как хочет.
Так, ну а что же Брюмастер? Брюмастер все еще третий уровень, 10 ласкитов прогоняют здесь. Надо эту проблему сейчас будет решать, то есть надо переводить туда саппортов, как раз перемещается в ту сторону Зай. PPD пока что остается рядом с Юниверсом, пока что. Ну, а давай иду здесь помочь. Ну, я думаю, скоро тоже начнет уже свои перемещения. Так, ну а что Фнатик? У Кентавра проблемы, шестой пока что появится не так скоро, как хотелось бы. Быстрым блинком тоже не пахнет, собственно, ради блинка его сюда и ставили. То есть, проблемы примерно схожи. Что у Брюмастера, что у Кентавра. Приходит Зай смотреть на Лича. Лич прекрасно вардом все видит, стоит здесь обсервер. Так, находит дабл дэмэдж. Натейл пока делает отпул, пока никуда не готов перемещаться особо. Так, стрела навскидку, но не попадает Зай на этот раз. Ну, в принципе, да, это он попадал. Так, Экскальбур. Спрятал, но PPD не успел дотянуться. Так, потратил пуфы, и можно выходить. Замедление далось, Вортекс. Санец Эклипс не пожалеет, приходит еще и на то, и с дабл-дэмджем его сейчас PPD просто уничтожит. Перепрыгивает еще и Миран, всех ускоряет. Конкретный шот получает, дабл-килл для PPD. Казалось бы, Эйнштейн Парыш, но тем не менее, со вторым челлинг-тачем забирает дабл-килл без проблем. С дабл-дэмджем. Просто всех уничтожили. Ну что, 5-1. Фнатик до этого привыкли, они, что у них на лейнинге все замечательно, но на этот раз Evil Genius себя чувствует очень комфортно, у них все пока что здорово. Не считая, опять-таки, Брюмастера. А Брюмастер фармит, ходит от пула, приносит себе салю. 4,5 уровень. Конечно, хвастаться особо нечем. Кентавр уже 5,5, скоро у Кентавра появится ультимейт. Но раз никто к нему не приходит, приходится Мейсонам самому свои проблемы пытаться решать. Сделал себе стак, сделал себе отпул. И ждет, когда к ним крипы придут. Дум 5. Лич даже Дума обгоняет по опыту за счет своего сакрифайса. Скоро у Лича появится Чейнфрост. Будет пытаться забрасывать в хроносфер. Так, стрела. Ну а ты всегда ситуацию контролирует, ну а Мипа отправляется уже в лес. На лейне он, показывается, больше не хочет. Понял, Экскальбур, что постоянно будет пытаться его пришпилить. Собственно, крутится здесь всегда Зай. Хани ворует от пул. А Флай стоял, проверял руну. Так, ну что, хроносфера. До хроносферы еще достаточно долго. Вайда уже пару трейдс. Уже копит себе на ринг факвилл. Здесь на мысли набегает. Поражал стампит. Кентавр. Варстомпом Хани поставил Мейсон. Мейсон нажал стики, хранил эти стики. Ну и живет. Нет, не живет. Напоследок его Лич все-таки добивает. Прилетает, тем не менее, Юниверс и собирает. Хроносфера появляется. После этого убийства сразу же вкачивает. Стрела, как ни странно, не попадает. Флай, тем не менее, добьет. Прокет баш, даблкилл для Юниверс. Опять потеряли своего Брюмастера. Два килла у Фнатика, эти оба килла были на Мейсоне, на Брюмастере. Прайма сплит, конечно, до сих пор нет, но Брюмастер, в принципе, сейчас ему пара минут появится прайма сплит, уже можно будет использовать. Да и, в принципе, без прайма сплита дела идут неплохо. То есть, скоро откатится Санти Эклипс, скоро появится уже второй Санти Эклипс. Правда, не так скоро, как хотел. Так, на тейл. Попался на стрелу. И просто руки его сейчас уничтожат. Летит на помощь Лич. Готов швырять ультимейт. Чейнфрост полетел. Очень больно Эллисону. Артизи. Просто иллюзиями его сейчас убьют. Иллюзию он пришлепнул. Лич до него не дотягивается ни в какую. Флая прячет он. Отлично отыгрывает Артизи сейчас. И сам выжил. Пусть ультимейт потратил. И спрятал Лича. Увернулся от него. Выживает. Юниверс перетягивается в лес. Лейн оставляет PPD. Здесь надо получить как можно быстрее Асбласт сейчас. Скоро появится уже шестой Эйнштейн Парышна. У Evil Genius дела идут просто отлично. Давайте посмотрим, когда по нетворсу. Фейслис Войт, например. Оффлейнер Фейслис Войт на первом месте по нетворсу. На втором месте. Было понятно, что у Атал Дивара и да, дела будут идти замечательно просто. Мейсин проблемный. Вот как раз это может стать
неприятностями для Evil Genius. Посмотрим, что будет дальше. Перемещается Зай, оставляет руну своим. Впереди тоже поджидает. Пока что шестой не получил, стоит, ждет, когда же натикает. Так, ну что, графики Evil Genius. 1000 преимущества у них по золоту. Фармит лес мипы, про мипы все забыли совсем. Отфармливается достаточно серьезно. Дом включился уже. Четвертый у нее Devour. Мида себе получил, собственно, поэтому по золоту начали терять сейчас постепенно Evil Genius. Ну а по опыту Fnatic 750. То есть, несмотря на то, что счет 8-2, у Fnatic все выглядит замечательно. То есть, по золоту они себе сейчас отобьют. Одна удачная драка, все станет замечательно. То есть, подерут, сломают Tower, поправят все по золоту. Другой вопрос, что? Как подраться? Сейчас будет Ice Blast, сейчас будет Хроносфера скоро. У самих, конечно, есть Doom. Есть Кентавр со Стампидом, скоро появится Мистик Флэр. Кстати, не так скоро, Натео здесь стоит. Тоже ждет, когда натикает ему ультимейт, но еще не скоро. И ульча 20 секунд до Chain Frost. Меняет Хани Кентавр на Волка. Зай постоянно проглядывает за Артизи, мало ли кто-то начнет нападать на Артизи, тоже приносит себе Мидас. Понимает, что надо будет перефармливать. Так, ну что, пока что никакой агрессии от обоих сторон. Что Fnatic, что Evil Genius в последнее время отыгрывают так, что стараются максимально отфармливать, выйти в мидгейм, а потом уже воевать. То есть, ранние перемещения были. Fnatic это не понравилось, они не готовы пока что пытаться что-то делать. А Evil Genius создали себе пространство, считают, что у них все замечательно. Мипа они хоть и не видят, но, видимо, пока что идти уловить не готовы. Вместо этого перемещаются на ботом-лейн и готовы пытаться убивать Хани. Вылетает Юниорс. Хроносферу поставил. Айсбласт полетел. Стрела. Ну, здесь уже без шансов. Мега-килл Юниорса. Ну и практически хватает им на Mask of Madness. Я думаю, сейчас уже появится. Отвлекают они внимание от Артизи. Но на Артизи, в принципе, и так никто особо внимания не обращает. Мипа бегает, лес зачищает. Пылесосит, можно сказать. Хватает им, к слову, уже на пайнбустера, если хочет он себе купить. Ну и Мейсон таки получился ультимейт. Мейсон уже седьмого приходит, начинает ломать тауэр. Влетает Юниорс. Хроносферы нет, но понадеялся на это на тейл. Получил. Полетает Мипа. Прям-таки напугал он всех. Так, чем Фростом сбили телепорт PPZ. Мини-стан дали. Невидимость Мирана, и все отходят. Сентриварт поставил пай, обнаружает, что там стоит Мейсон, и просто погибает. Прайма сплит, конечно, использовали на одного леща, но Таур таким образом забирает. Так, кто сюда прилетает? Это Кентавр. Между прочим, вот Кентавр уже достаточно опасный. Прилетает все-таки Трикси. Подбрасывает его. Будут ли диспелись? Нет, сложился уже обратно Мейсон, отходит. Так, ну и к слову, здесь Зай с Мираной. Точнее, Зай с Натейлом. Просто сколлапсировали, похоже, друг друга. Как-то уничтожили. Полминуты до следующей хроносферы, 100 секунд. Не будет прайма сплита. Думаю, потратил Хани, судя по всему, тратил его. Не совсем понятно, кстати, на кого. Как-то я не видел. Здесь одновременно и вышку ломали, и здесь Мирана бодалась с ковратом. Продолжается фарм Артизи. Дум покупает блинк. Мидас уже отбивается. Здесь появился Огур Клаб. Уже стоит, ждет, когда натикает ему на поинт бустер. Так, хроносфера. Хроносфера на флай. Ну и флай. Айс Бласт получил, рассыпается. Что я могу сказать, это топ лейн войд. Несмотря на Мидас в Артизи, первый по нетворс ходит их убивает. 8-0 счет. Но Юниорса никому покоя не дает. Так, готов Fnatic давать отпор. 10 секунд до стампида. До стампида они как-то рановато так вышли на позицию, прожали смог. Смог потратили в итоге. Блинк теперь есть и у Мейсона, и у Genius, в принципе, готовы драться. Давайте посмотрим, как дела с Anti-Eclipse. Пока что первый уровень с Anti-Eclipse.
Только-только получает 10 артизи. Но форстав практически доделан. Уже скоро будет. Агрессивно инициирует сам со своими астралами. Ну что, Evil Genius, 2000 у них по золоту примерно. 3000 Fnatic по опыту, все еще накапливает опыт Excalibur. Ждет, когда поедет у него гоним. Ну, готовы ловить, судя по всему. Нет, просто отпугивает. Не стал влетать Мейсон. Крутится рядом. Все из команды Fnatic, не считая клонов MIP, который фармит. Не считая Дома, который занимается примерно тем же самым. Fnatic знает, что потеряли они сейчас Bot Tower. Следующая точка нападения должна быть... И просто взяли, убили Мейсона. Трикси показывает свой блинк. Зая потихоньку подфармливает. Получил уже 8 уровень. За Макса прям-таки стрелу. Сокеридару. Саппорт Мирана. Маны на все не хватит, если еще и Старшторм прожимать. У него задача дать инвиз и пускать стрелы по кулдауну. Давать баф с прыжка. Так, ну а что дальше? Как-то замедлили свой ход Evil Genius. Вроде бы неплохо воевали, неплохо нападал на всех Faceless Void. Ну, собственно, Юниорс ходит ищет жертву с даблдэмжем. Так, находит мипа. Ну и сразу же начинает его убивать. Ну и не понадобится даже стрела Мирана. Годлайк уже. 15 минут еще нет. Faceless Void оффлейн выходит с годлайком. Вот такие вот дела. Ну что, надо мид доламывать. Собираюсь на бой Fnatic. Есть у них, конечно, Chainfrost. Можно попробовать здесь что-то сообразить сейчас. С этим Chainfrost. Так, здесь находит Миран. Миран просто уничтожает. Пока что живет Зайп, получает форстап. За ним лисит Arcane Bolt. Doom дали. Артизи отходит здесь. Primal Speed. На Натейла. Основной фокус. Натейл взрывает. Но Юниорс пошел искать жертву. Чебо не нашел Трикси. Не успел к ним прицепиться. А все остальные разбежались. Складывается обратно. Брюмастер. Ну и что-то летит Faceless Void. Мэштром. Бить будет еще быстрее. Быстрее будет прокать башу за хроносферу. Теперь убивает любого. Да и в принципе и так убивал. Учитывая, что... Отфармленный. Откормленный. 9-0 счет. Продолжает разгоняться. Надо кого-то перемещать теперь на ботом лей. Кому-то надо зафармить там все это хозяйство. Так, ну а что мипа? Аганим пока не доделал, еще 1500 до Аганима. Пока что для Excalibur не самая лучшая игра. Три раза его ловили, три раза его убивали. И он понимает, что в следующих тимфайтах каждый раз на него будет оставлять хроносферу Faceless Void пытаться. Значит, надо собраться все вместе. Иначе их точно так по одному и будут выцеплять. В этом, собственно, сейчас и сила Evil Genius, что кого одного находят, того сразу же уничтожают. Если Fnatic все вместе, им драться куда комфортнее. Одному Doom дали, другого кентавра наступил. Кого-то заткнул с кавер от маг и так далее. То есть уже можно пытаться что-то делать. Собственно, вот прилетает Excalibur, несет себе Аганим, судя по всему. Да, летят палки-ножички. Так, стампит, сразу же Doom Юниорсу. Моментально невидимость, и Юниорса прогоняет. Айсбласт в лицо Трикси, чтобы тот не гнался за Юниорсом. Там Сентри Орды дропает по пути. Так, собственно, проблема в Фиди. От Мистик Флэр убегает, но Байдас его потеряли. Потеряли Стрик, что самое главное. Стрик достался лечу, не так страшно. Трикси наступает на Пиди, Пиди разрубает. Мейсон стоит рядом, но Мейсон тоже встанет. Трикси сейчас упрыгнет. Ну что, неплохо. Fnatic осадили Evil Genius, Evil Genius себя чувствовали комфортно очень, но сейчас понимают, что если такое повторится в следующий раз, они потеряют Рошана. Да и как бы сейчас они Рошана не потеряли на самом деле. Оставляет Артиз задой в тир 2 сейчас, пока что. Но мип тем временем призывает кого-то на топ. Пока что Рошан откладывается с обоих сторон. Но не то чтобы Evil Genius могли там что-то сделать. Так, ну что, есть ультимейт орф.
Если с Вайдар, конечно, убили, сняли с него стрик, но теперь уже Атл Дивар неприятен. Если поедет у него с этой Вайс до 25 минуты, уже будет все очень сложно. Уже есть руки, он будет наворачивать. 11 имеется уже, уже есть второй Сайнс Эклипс. А, вот он Мипа, и вот он бьет Рошана. Готово, давайте Рошана и Лужинс, если при этом они заберут вышку. Размен, в принципе, не самый плохой. Приходит, смотрит смоки, никого здесь нет абсолютно. Ходит по лесам. Понимает про Рошана, надо идти и просто ломать тауэр сейчас. Либо встречать тех, кто пойдет фармить. Как раз выходит Хани, готов фармить. Моментально получает хроносферу, влетает Мейсон, влетает Эдбласт. Минус Хани. Идет подмога. Как Трикси наоборот, кнопочки свои прожимает, фейсик свой, упрыгивает. Бежит на Mask of Madness. За ним моментально погоня, Лич погнался. Сетка полетела, Юниорс уворачивается от сетки, 5 секунд у нее до таймволка. Сетки попали, стан дали, распилили. Ну и здесь бэктрек не помог, бэктрек второго уровня пока. Но тем не менее, пока он бегал, бегал он довольно долго, всех провел там чуть ли не через четверть карты. Тауэр надо ломать. Перепугался Зай, решил, что сейчас все придут его убивать. Пожалуй, зря так стесняются они по поводу вышки сейчас. На миде показывается Мипа, но эта информация особо ничего не дает его Джинис. Мип может оказаться везде в любой момент. Только сейчас начинает смелеть Фнатик, понимая, что на топе почему-то жеманничает Мирана. Выясняет, что Мирана, скорее всего, одна стоит. За ней пригляд PPD, но PPD толком особо не поможет, поэтому Фнатик только рада, что они забрали Рошана. Вышка стоит, конечно, потеряли дом, в ответ еще раз убили Фейслис Войда. То есть, в конечном итоге, в плюсе остались. У Мипа уже 1300, у него Аегис. И дом собирает невидимость, готов уже на кого-то инициировать. И сейчас уже Фнатик готов ломать топ. Доламывать. Так, ну невидим Хани. Показывает, где кто находится. Посмотрел на PPD, посмотрел на вода. И вода моментально находит и убивает. Стрелу, конечно, получает Трикси. Айсбласт. Мэйс наступает на Трикси. Прайма сплит дает. Трикси здесь навряд ли уже выйдет из стана. Однако Мипа параллельно убивает Энши Топорышна. Ну и пора бежать, пожалуй, Мэйсна. Артизи во всем этом просто не участвует. Убивает земляную панду. Надо отходить с остальными. Сейчас ложится обратно. Складывается обратно. А здесь уже Мистик Флэр. Мэйсон попался на сетку и погибает. Что, сдают позиции Evil Geniuses. Пока Артизи фармит свой сайт вайс, сейчас уже окажется, что вышек нет. Мипа уже с Блинкдаггером. Мипа 17 уровня. Уже все армии бегают свои. Артизи пытается поджимать их, пытается вернуть хоть кого-нибудь. Но это самый ботом лейн. Айсбласт дали Экскальбру, но не стесняется совсем. Мог здесь, конечно, оказаться внезапно от Атл Дивар, но прикрывает на тейл всегда. Ну что, смотрим графики. Фнатик 1000 по золоту, наконец-то они преломили ход событий по золоту, как минимум, график в свою пользу. Ну а по опыту у них все и так было просто прекрасно. По опыту у них 8000 сейчас. Это и Мипа, это и Мидас, это и Дивар, это и Рошан недавний. Ну и плюс неплохо подрались. Очередной айсбласт, но Мипа Тауэр уже доламывает. Ну что, зажат по карте становится Evil Genius. Как-то вот такой вот клочечек у них остается. Буквально минута осталось Артизи до сих пор, пока он дефармит себе артефакт свой, наконец-то. Ну а там уже пора что-то будет предпринимать Evil Genius. Пора отвоевывать территорию, надо что-то делать. Иначе они рискуют сейчас так вот пассивно просто взять. Проиграть. Крутится Зай. А Хань готов его убивать. Дал дом. Куснул Лаудесом. И саблей рубит Бергит. Так, здесь хроносфера. Айсбласт полетел. На флай. Флай погибнет первым. Ну и Экскальбуру можно добить. Там Айгис не стоит забывать. Стампит прожал Трикси, но Стампит проходит.
воскресает. Экскалибур напрыгивает внезапно на Артизи. Артизи приходится нажимать свою кнопку и просто заплющил он здесь этого мипа. Ну что, неплохо. Выбили Аегис. И убили мипа еще раз. 40 секунд мипа не будет. Можно бы, конечно, попробовать что-то запушить, но... пока что не могут. Отбегает. Пейсли свой фармить. Сантиклипс потрачен, Мирана нет. А, к слову, параллельно потеряли Мейсона. Собственно, потому мипа был только с лечом. Вся остальная группа в поддержке параллельно набегала на Брюмастер. Собственно, для этого и был стампит, судя по всему. Хватает Трикси на пайп, если хочет его покупать. Сайт Вайс закуплен. Посмотрим, будет ли Бусов Трейл покупать сейчас Артизи. Либо же нацелиться на какой-то следующий артефакт. Блэкимбар нужен рефрешер. Блэкимбар, пожалуй, нужнее, чем рефрешер в любом случае. Но посмотрим, что выберет. Так, ну что, Метаур, камень преткновений для команды Fnatic. Надо собираться, надо Метаур убивать. Мип перемещается, фармит все, что фармится пока что. Ну и видно, что догоняет он уже. Отвал Девауру по фарму постепенно. Ну что, интересный такой момент получается. То есть у Fnatic есть Doom, который выключает сразу одного героя. В то же время у Genius есть Faceless Void, который за комбинацию хроносферы может не то что одного героя выключить, а накрыть сразу нескольких. Учитывая, что есть еще и Ice Blast, то есть комбинация присутствует за инициацию. Каждая сторона может кого-то сразу же убить. Собственно, поэтому так и не решались 5 на 5 друг на друга набегать некоторое время, что... понимаешь, у кого будет инициатива, тот сразу же убивает кого-то. Невидимость прожали. Ой, смотрит. Fnatic сразу же прячется. Fnatic понимает, что что-то не так. Все пропали с карты. Ну и вот Genius раз не пошло, фармят. Блэкимбар свой постепенно доделает Юниверс. Не хочет получать станы. Не хочет получать сайленсы. Здесь доделан уже мека, посмотрим, будет ли PPD собирать. Огоним септер. Ну и постепенно начнут появляться статуи Мирана, но Мирана пока что купила только форстав. Находит хейст. Надо будет спасать форстафом людей, на которых попали сетки, либо за которыми там гонятся различные люди. Выталкивать. Из-под мистик флееров. Форстав действительно здесь вещь просто необходимая. Так, ну что, невидимость потратили, но есть еще и смог. Курит, фармят вражеский лес. Поделили в итоге как-то вертикально вот так вот карту. Так перемещается. Экскалибур фармит лес резидентов. Фармит, фармит лейн. Минута до Рошана. Надо наконец убить этот злополучный топ-тауэр. И скорее всего на Т2 надо перемещаться сейчас. Ну и Fnatic есть шанс вернуть их обратно. Но они не уверены, хотят ли его использовать. То есть если сюда сейчас вернут, то на Рошане будет посложнее драться. Спокойно фармят пока весь вражеский лес. Наконец приходит Экскалибур с дабл дэмжем. Оставили здесь в центре. Да, в любом случае надо дефть уже. Так, ось находит, находит Экскалибур. Между прочим, стрелу ударили, убили. 50 секунд мипа не будет сейчас. И вот Genius доволен такой находкой. Рошан сейчас заспаунится, надо будет туда бежать проверять. Пускай туда стрелы. Летит Блэкимбар для Юниверса, ну и Артизи. 3600 у него, как я понимаю, одним куском собрался свой Блэкимбар покупать. Пока не хватает ему буквально пару сотен. Ага. Передум покупается эта Вайс. Хани нацелился был на Шиву, но ему сказали, что если планируешь покупать Mystic Staff, лучше купи-ка ты Scythe of Ice. И мало того, что Doom будешь давать, так еще и второго героя подцеплять можно будет.
Мысленная игра так и не идет. Купи себе только поинбустер. Аганим там и не пахнет. Ну и, собственно, это проблема на ботом-лейн. Очень сильно аукнулся, на самом деле, Evil Genius. Иначе бы, если бы у них спокойно отфармил Брюмастер, они бы себя в мидгейм велись куда уверенней. Ну а сейчас они рискуют отдать второго Рошана. Экскальбер уже фармит. О, нет, проверяет. Летит Айсбласт. Надо уводить оттуда мипа, иначе будет больно. Уже все торопятся прям-таки подводить туда крипов. Бежит Мирана. Ну а мипа и вид не подает, просто берет и Рошан добивает. Похоже, не ожидали такого Evil Geniuses. Был уверен, что напугали Айсбласт мипа. Мипа уже настолько жирный, что Айсбласт ему нипочем. Есть уже первый ультимейтор. Копит на свой сайт Вайс. Экскальбур. Ну, Артизи решил, что Блэкинбар здесь ему не нужен. Купил еще один Мистик Став. Решил максимум урон наносить своим ультимейтом с антиклипсом. Покупает Шиву. Что могу сказать? Решение на самом деле неплохое. И вот Женица знает, что из-за дома одного из героев будет выключать. Выключит Бремастера. Поможет с антиклипсом тогда. Это Девар. Вот он, сайт Вайс. Но я сейчас думаю, в 2 хикса должны быть весьма удачные драки для Fnatic. Надо пробовать что-то делать. Так, стрелой проверял здесь. Зай. Аккуратно теперь должны перемещаться Evil Geniuses. Fnatic более-менее развязаны сейчас руки, у них есть мип с Аегисом, у них 2 хикса, у них еще и Doom. В общем, в любом случае, кого найдут. Если будут перемещаться всей командой, убьют. Понятно, что и Evil Genius тоже мог внезапно нажать, смог припрыгнуть с хроносферы и минусануть кого-то, как они находили постоянно кого-то в вражеском лесу, но... Сейчас им, пожалуй, поаккуратнее себя надо вести, как только они кого-то потеряют, какого-то ключевого героя, сейчас они начнут терять вышки. Пора уже Т1 ломать. Ну и Fnatic уверенно себя чувствует. Аегис есть, приводит всю команду на мид. Готовы здесь драться за этот тауэр. Так, ну что, готовы ли драться Evil Genius? Такой вопрос. Шкварчит мипа по всем лейнам. Настоящий все еще ходит на миде. Тот, который с блинком. Но в случае чего можно его претелепортировать. Привести к Артизе. И Артизу убить. Артиз знает, что на мифа нападет, он сам в итоге получит лоб, поэтому не суется. Он знает, что сразу припуфит туда все клоны. И за хекс там ничего он особо сделать не успеет. Так, стрела полетела, стрела в экскальбуру. Надо нападать. Но там Аегис. Не хотят тратить хроносферу. Так, моментально влетает. Хекс на Юниверса. Юниверс моментально погибает. Экскальбур нападает вроде бы на PD, но PD успел вернуться, телепортируется. Надо сбивать, сбивает ЛДСом. PD все еще живет, но мипа потерял свой Аегис. Скрисает мипа. Здесь гоняет Хани. Хани вроде бы проблем особых не испытывает, но Экскальбур в погоне. В погоне за Заем. Зая заставляет прыгать. Митаур в итоге убивает. Не стал пролетать Артизи, он понял, что Вайда потеряли. Ничего там особо не сделать. Ой, свое золото трасил, у него байбека нет. Пытается доделать свой мелеш. Так, он находит еще и Зая. Ну и так вот по одному сейчас Evil Genius рискуют. Весь матч из своих рук. Ну пустись. Айсбласт летит, но Тирда уже теряет. Так, ну что, 4000 преимущество по золоту Fnatic. Сейчас обновится, я думаю, 1000 до 5-6. Артизи продолжает свой фарм. Отбегает, там уже пингует, что надо на перерез бежать. 12000 Fnatic по опыту. Мипа практически замах, что же мипа 23 с половиной уровня. Только-только появляется Аганим у Брюмастера. Но Брюмастер в этом матче был практически новым фактором. Из-за ситуации со своим лейнингом. Отошли пока что Fnatic. Здесь раздолье
у них хватает. То есть им хоть следующего Рошана жди, хоть фарми слотов. Насобирай, чем можно, много. Трикси даже пайп не стал доделать, купишь его. Ну, Экскалибур копит уже на скаде. 5 стоунов в кармане, то есть скад скоро появится. Буквально 3 минуты. 600 ГПМ. Могло быть и получше, но убивали его уж слишком много. Находили его каждый раз, если свой этого придерживал, пока бьет его. 5 смертей. Терял Аегис тоже частенько. Блинку с ковраса. Гем несет себе PPD. Так, ну что, Evil Genius. Надо им все-таки брать за шкирку эту саму артизи и тащить. Нажимать смоганки. Нажимать смог и куда-то отправляться. Пока что просто приносит себе гем. Артизи там копит себе на какой-то следующий слот, пока ходит до сих пор с обычным ботинком. Непонятно, то ли бы софтрейл покупать сейчас будет. То ли оставляет на какой-то следующий. Здесь пытается юниор доделать себе Нельнир. Ну, в принципе, сейчас доделать. 200 осталось. Осталось купить гиперстоун. И там же можно будет какие-то нападения устраивать. Ну, а Фнатик уже готовы драться. Они действительно, они разошлись. Дали пространство самим Evil Genius расползлись по карте. И готовы ловить их заново. Понимают же, что куда-то все пропали. Никого не найти. Собираются наконец-то все вместе. И готовы на командное действие. Стоят, ждут. Думают, где кто покажется. Сейчас видно будет Хан. Нет, не стал показывать скрипам. Отпрыгнул на блинке. Фнатик готов так, на самом деле, в напряжении держать вражескую команду. Мипа особо не перемещается. Он знает, что пока самих Evil Genius не видно. Вот они как раз нажали, смог куда-то побежали. Он сам рискует тоже попасться. Все ждут, когда же появятся крестики долгожданные на карте. А Мип тем временем сходил, купил себе скади. Так, Алэйс Дисапир. И по лесам побежали. Клонов пока что не перемещает Экскалибур. Спрятался так, что не найти его никак. Ну а вся остальная команда стоит уж слишком далеко. Заканчивается смог. Кого-нибудь находит? Находит иллюзии, ну и сразу же Black King Bar нажали. Хроносфера по трассе, Ice Blast. Замечательно. В дураках в итоге остался Юниорс. 10 секунд, самый длинный Black King Bar потрачен, и Фнатик бегут. Просто бегут вперед, готовы убивать. Зная, что хроносферы нет, хроносфера сейчас самый страшный для них спел. Готовы ловить всех. Как раз Юниорс этот самый не бегает. Прыгает. Фнатик начинает зажимать. Мипы моментально по всей карте расходятся. Надо отпушивать ботом лейн. Здесь вкуснячно бежит. Сразу вся карта оказывается в распоряжении Фнатик. Evil Genius только остается, что перемещаться. Строго всей командой. Местно пофармить у них не так много. То есть как-то вот так вот у них осталось. И то в своем лесу у них не так безопасно, как они считают. А Фнатик обозначили пуштопа. Сейчас должны уже туда выдвигаться. Доделал себе наконец ботинок Артизи. Секретное место, где можно прятать клонов. Не хочет Экскалибур попадаться, он понимает, что если его убьют, сразу же Evil Genius начнут карты себе отвоевывать. Ну что, затишье, ждут третьего Рошана, обе команды. Третий Рошан будет только через минуту, здесь стоит Нател, на него уже поглядывает. Ждет, когда он появится. Полторы минуты. Сфорстав прям-таки проверяет. То есть пока что перемирие. Ага, Evil Genius, теперь пошли смотреть, как там взялся Рошан. Не хотят его терять. Затаймить Рошана сейчас нельзя, поэтому так и придется стоять и пускать в него стрелы в следующую минуту.
Проверяют? Нет, там никого так и нет. Вардов почему-то нет. Расставляли у себя здесь. Собственно, поэтому на Рошане Вижена нет. И приходится за ее так стоять, пускать стрелы по кулдауну. Задача на следующие 1.5 минуты. Так, ну теперь уже Фнатик собирается постепенно. У Мипа уже здоровье столько, 300 хп у основного Мипа. У клонов не сильно меньше. Скоро Кирас туда делает Дум. У Дума 4600. В любой момент может купить, но пока что оставляет на байбек, мало ли что. На речке лежит дабл дэмэдж, пока что его никто не находит. Прям-таки нарастает интрига, команды ходят друг к другу, никак они не подцепят. Ждут Рошан, Рошан появляется, прилетает туда сразу же Айсбласт, посмотрели, что да, есть Рошан, что туда прилетел Мип, пора бежать туда, сами все успели разбежаться. Чуть ли не в районе базы стоят, и Джи пора торопиться. У них есть, конечно, войс с дабл дэмжем, но сейчас надо идеально отыграть, чтобы Рошана не упустить. Прилетает стрела, видит, что Рошана они уже упускают. Слишком долго бежали. Трикси достается сыр. Осиха разгонял здесь, запускал Шиву. Ну и вот Джинс в любом случае не успевали. Ну что, упустили третью Рошана. Натик. 8 тысяч уже имеет по золоту, 14 тысяч у них по опыту. Мипа замакшен, собственно, поэтому по опыту так становился прям-таки резко график. Ну а дальше уже дело техники, можно ждать дальше слотов у Мипа. Пока у него есть Аегис, слот больше не заполнится ничем, поэтому пора уже сейчас будет это Аегис тратить. Элджинис пытается заманить кого-то на драку. Они понимают, что там Аегис, что там сыр, но планируют перетянуть просто с кого-то. А то перетянули дома, вылетается этого и сдает, сразу же на него инициация, прям следит по трассе, Хани взорвали. Надо отойти, дождаться, когда пропадет дом. Моментально выкупается Хани. Моментально возвращается. Бусов трейл у нее есть. Ну и здесь ловит Мейсона. Мейсона поймали, стампит нажали. Трикси просто вламывается, чтобы никто Мейсона не спас. Ну и панду здесь ищет. Панду находит, убивает. Разменяли дома на Бюремастера. Дом пришлось выкупаться, но в принципе, пока нет Бюремастера, 50 секунд, можно идти и ломать следующий Тедо Тауэр. Хроносфера доступна у Илл Джинс, собственно, поэтому не хотя Натик выходит. Понимает, что там еще и от Олд Дивар, который долгое время не показывался, который купил себе наконец Блэкин Бар. Так, стрела полетела. На Артизе инициация, вылетает сразу же весь миф, получает Айсбласт, Артизе Блэкин Бар и готов воевать. Получает Геострайки, там была Хроносфера. Юниорс убивает Скайворот Мага. Мипа расплющили, но там Аегис. Сантиклипс потрачен. Ну и что теперь делать с этим самым Мипом? Мип просто кое-то всех бьет. Флай здесь погиб, Хроносфера летает, Юниорс отпрыгивает. Но Мип продолжает пуфать на всех подряд. Добивает Брюмастера. Но сам погибает от Зая. Зай старательно фокусировал одного Мипа. Отвести так и не получилось. Какой-то просто тотальный коллапс произошел. Здесь транквилбутсы чьи-то вывалились. Чей туфля? У Зая слотов нет подобрать все это хозяйство. Сейчас посмотрим. Кто там без ботинок? Собственно, Мипа без ботинок. Он пытался сыр получить от своего друга. От своего друга Трикси. Но Трикси с сыром так и умер. Не дали ему добраться до Мипа. В итоге остался Мип без ботинок. Ну и на самом деле Фнатик ожидали куда больше от этой драки, должен заметить. То есть получилось все достаточно неряшливо. Да, они, конечно, убили там и от Олдивара, и Бремастера. Но потеряли Эгис, потеряли Мипа. Вышку, что самое главное, не забрали. И в целом получилось довольно скомкано все. Не стал пить, к слову, копить на ганнинг, купи себе просто клок, чтобы сразу же не погибать, чтобы хоть что-то успевать нажать.
Ну и ходит, расставляет варды. Ну и теперь уже увой, да, появляются криты. Пока что мало крит кристаллис. Дефьюзл Блейд доделал себе Зай, раз он убил мипа. Ждут Артизи, похоже, готовы куда-то выдвигаться. Артизи 40 секунд на его ультимейте. Но мип понял, что Артизи, в принципе, накрывает своим ультимейтом, нахлобучив так, что сразу же весь мип разваливается. Поэтому без Аегисов Фнатик больше никуда вообще не выйдут. Они теперь вынуждены ждать следующего Рошана, и это как раз на руку Evil Genius, который готовы уже переходить в агрессивный режим. Невидимость нажали. Перешли через реку. Переправу прям-таки. Вард оставили. Челинг Тач прожали, стоят, смотрят. Тоже будет без крипов. Но крипов никто не бьет, все прячутся. Забрали ботинок все-таки. Уже на базе лежит трофейный. Или просто убили. Так, ну что, Evil Genius готовы. Все отлипло. Ультимейты все доступны, пора бежать. Ебись. Ну и теперь уж дело за Фнатик. На иллюзии мипа пытаются разводить. Мипа с мотостайлом. Это не настоящий мипа. По крипам урона он особо не наносит, машет лопатой. Настоящий мип совсем в других местах. Что, я думаю, сейчас очень важно будут байбеки. Байбеков вообще нет ни у кого. Выкупался мейсинг в прошлый раз. Байбек трасил дум. Стоят его Genius. Бьют таур. При этом боятся, видно, что аккуратно бьет Тауэр Мейсинг, готов в любой момент нажимать свои кнопочки. И собирается постепенно Фнатик. Стоит Хани, позиционируется. Стоит и Трикси, готов всех разгонять. Ну и сейчас что-то будет. Протифа нет, то есть если хотят спасать Тауэр, спасать надо сейчас, либо пора расходиться. Пора расходиться. Крутились Фнатик, но так и не решились они на какие-то боевые действия, просто отошли. Evil Genius ошибок не допускали, держались аккуратно, то есть все в этом регионе стояли, друг за другом приглядывали. В эту сторону никто не выходил. Закончили слоты у мипа. Пожалуй, самая большая проблема сейчас для Фнатик, что больше потенциала у мипа не появится. Максимального уровня слотов больше нет, раз что планирует он что-то менять. Теперь в игру должен включаться Дум, но Дум. Конечно, он с аурой, но слотов у него не так много. Так, пошли прогонять Артизи, пошли выхватать. Разгоняются. Артизи спрятался в кусты, поэтому нашли PPD. Так, вылетел Зай, получает стан от Трикси. Артизи пока что не высовывается, Юниорс убивает Флая. Ну и Артизи с разворота начинает убивать просто Экскальбура. Полетели арбы. Минус мипа. Мип просто взорвали. Погоня теперь за Трикси. Трикси подбросили на торнадо. Торнадо можно уже диспелить. Диспель торнадо. Трикси на блинке пытается отпрыгивать. Камень летит. Получает стан Трикси. Прыгивает с замедлением Юниверс. Начинает башить. Ну и на Тейла тоже накрыли. Ультимейтом заплющил. Артизи перед тем, как получил дом. Думал, конечно, получил, но здесь Трикси должны убивать. Трикси получает дефьюзл. Пытался там напоследок всех постанет, но нет. Минус 4. Трипл килл для Артизи. Ждет, когда пропадет у нее дум. Ну и готов все ломать, полминуты, мипа не будет. Прохилить бы, конечно, как-то этого Артизи. Вот им бутылки заливает Мейсон. Ну, начинает все разламывать. В живых только дум. Кентавр не будет 40 секунд. Мип придет, мип сразу же погибнет. Он понимает, что сейчас уже хроносфера скоро отлипнет. Летят стрелы, летят айсбласты, отпугивают. В сторону убили, но сейчас надо будет отходить на самом деле. ХП не так и много, все уже респаунулись. Улетает Юниорс. Отправляет курьеров за демонеджем для Дейдалуса. Появляется Владимир Солферинг у Мейсона теперь. Вот еще и прохиливаться будет.
Ну, внезапно Эйл Джинс дает понять в Фнатике, что мипы — это не решение всех проблем по драфтам. Что с мипом можно справляться вполне. Каждый раз, каждый на тимфайте точно его вырубает. Когда у мипа Эгис, это был действительно очень страшный момент, когда здесь на топе была драка. Эта драка, пожалуй, решающая была для Фнатик. Если бы они не потеряли тогда мипа, если бы не добивал его Мирана, если бы Трикси таки передал, сыр засейвил, то, возможно, Фнатик уже бы все пронесли. Но в итоге получилось так, как получилось. Трикси проконтролили. Мип остался без ботинок, без сыра. И, собственно, еще и погиб. Линкин теперь делает от Олдивару. Слоты тоже у нее закончились, поэтому пора бежать, просто их убивать. Невидимость поражали, знаю, что скоро будет Рошан. Здесь Сентри Вард поставил. На тейл. Полминуты до Рошана, здесь все в вардах. Гема у Мираны, но забегать туда не хотелось бы. Угу. Приходит на тейл, вард защищает аккуратно. Мип тем временем подпушивает к тир 2 тауру. Возможно, даже убьет его сейчас. Что, Эйл Джиниус, не надо допускать им сейчас ошибок, если они хотят закончить эту игру как следует. Ну а Фнатик понимает, что шанс у них все-таки есть. Можно аккуратно провести тимфайт, то есть подловить Эйл Джиниус на их ошибках. Понятно, что там фейсли сводит с Дедлсом. Понятно, что там Артизи, которую не убить, которая с Линкином, с Блэким Баром. Ну и Рошан, похоже, Фнатик все-таки отдают. Так, похоже, прошла информация, что там что-то происходит. Рошан погибает очень быстро, если хотят драться. Фнатик надо драться уже сейчас, влетает Экскальбур. Рошана все-таки теряет, и внезапно весь мипа оказывается закрыт хроносферой. Фокусирует его, Артизи убивает. Трикси прыгнул на помощь, Трикси тоже потеряли. Мипа моментально выкупается. Но Фнатик теперь знает, что у них хватает двоих по мипа. Ну и драться в Аегис, в сыр. Они просто не готовы сейчас. То есть, похоже, на этом сейчас уже будем заканчивать. Что я могу сказать? Очень напряженный был матч. Напряжен для обеих команд. Отлично разгонялся Юниверс на своем автоинвайде. Так, пришел, думаю, просто дал свой ультимейт. Напуфал мипа. Айсбласт получил. Но сейчас можно переждать этот дом и продолжить. Кентавр, кстати, выкупился. Хани пришпили стрелой, но таким образом Эйл Джинисус отогнали. Фнатик прогнали Эйл Джинисус. Пока что живут. То есть произошел небольшой ресет, а Эгис, конечно, все еще имеется. Давайте посмотрим, кого сыр, кстати. То ли кто-то заживал уже, то ли не стали брать, то ли еще что. Линкин для Мирана висит. Так, Войд. Хроносфера. Находит Экскальбура. Готов ее убивать. Айсбас влетает. Это минус мипа. Пытался там кто-то полететь. Здесь как раз на тейл сайт Вайс получает. Гонится за ним Артизи. Влетает Мейсон. Это минус на тейл. Ну и Хани остается один внезапно. Нажимает рефрешер, дает дум Эллисону. Ну уже один за одним посыпались. Good game, говорят Фнатик. Эйл Джинис побеждает 1-0. Ну что, такая вот Марианская впадина у нас в итоге получается по графикам. Здесь прям таки ответственный такой взлет. У Эйл Джинис были огромные проблемы в мидгейме. Не ожидал, что будет для них все так сложно, учитывая, насколько быстро у них разгонялся Войд. Проблемным был лейн с Брюмастером для них. Но, тем не менее, собрались. Когда уже была угроза, что начнут сейчас ломать хайграунд. Собрались, успешно одефались. Отобрали мип ботинок и таким образом побеждают. Так, ну что, ждем следующий матч. Напомню, это Best of 3. Это виннер финала. Кто побеждает, тот переходит в гранд-финал у нас.